Пятый критерий – реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Это критерий, которым вы обосновываете те затраты, которые запрашиваете у нас и на основе которых будут проводиться мероприятия. Я уже начинал с того, что когда мы смотрели вами принцип социального проектирования, что весь бюджет формируется на основе мероприятий. Не проставляются цифры в бюджете, а потом разносятся по мероприятиям и что-то под ними пишется, а каждое мероприятие обеспечивается соответствующими статьями в бюджете. Мы подготовили очень объемные, подробные методические указания по формированию бюджета, где просили подробно комментировать каждый расход в каждой строке бюджета. Мы планировали, чтобы планируемые ваши расходы соответствовали мероприятиям календарного плана. То есть командировки соответствовали тем командировкам, которые предусмотрены. Мероприятия соответствовали мероприятиям календарного плана. Количество лиц, задействованных в проекте, соответствовало тем, которые задействованы в вашем календарном плане. То, что мы не рекомендуем. У нас есть и в положении о конкурсе, и в презентациях мы говорили, что мы не рекомендуем рекламу и продвижение ваших организаций. Регрантинг, прямую материальную благотворительную помощь, покупку призов стоимостью более 4000 рублей, подарки, создание новых памятников, монументов, осуществление, по сути, коммерческих проектов, когда средства передаются сторонним организациям, в лице которых выступает некоммерческая организация, как ширма фактически. Издание рукописей при фактическом отсутствии иной деятельности. То есть, когда просто издается, в результате проекта издается одна книга или одна газета, это не поддерживается нашим фондом. И вообще не должно быть такой статьи, не должно быть такого термина, как непредвиденные расходы. Непредвиденные расходы – это говорит о том, что вы вообще не формировали бюджет проекта. Если мы проводим мероприятие, какие непредвиденные расходы вы предполагаете? У вас все должно быть предвидено. То есть, если мы организуем мероприятие, семинар, мы должны понимать, что нам понадобится помещение, нам понадобится оборудование, нам понадобится при необходимости раздаточный материал. Если оно длительно, нам понадобится кофе-брейк и, соответственно, организация кофе-брейка. А для регистрации, для раздачи материалов нам понадобятся волонтеры, которые обеспечат нам все это. Если у нас есть малоподвижные группы, которые нужно привести на мероприятие, нам потребуется транспорт. И вот каждая из позиций, обеспечивающая мероприятие, оно должно быть подкреплено. Либо собственными средствами, либо средствами партнеров, которые мы тоже относим к вашим собственным средствам, либо средствами гранта. Но все это должно подробное отражение найти в бюджете. Каждая статья. Я честно скажу, что многие эксперты делают серьезные замечания и по средствам, которые вы вносите в собственные средства. Не должно быть ситуации, как у нас было по Нижнему Новгороду, когда расписали два компьютера с позиции, что аренда компьютера на 5 дней, да, там, на 2 недели стоит 5000. Два компьютера умножили на количество недель и получили в общей сложности 500 тысяч на всю реализацию проекта собственных средств, которые попросили зачесть за два компьютера, которые они арендуют для проекта. Мы знаем, что такой компьютер стоит 30 тысяч, но 2,60. Но как 60 тысяч превращаются в 500, мы увидели только в ваших проектах. Поэтому мы сейчас дальше посмотрим по проекту, который сегодня разбираем, как в нем были отражены критерии реалистичности бюджета. Но я вас прошу еще раз, две позиции. Первое. Участие любого члена вашей команды, который получает средства, должно быть прописано, как указано в методических указаниях по формированию бюджета. Какое участие его в проекте, то есть 20, 30, 40, 50, 100%. Мы не ограничивали вас сильно в зарплате, рекомендовав, чтобы средняя зарплата по проекту не превышала 48 тысяч, но она должна быть обоснована. Если вы ставите руководителю 100% участие в проекте, это предполагает, что объемом работы он загружен все 8 часов. Не просто он приходит на работу и играет в компьютере, он 8 часов работает, и это видно из проекта. Если же у вас проходит одно мероприятие в рамках проекта, не может быть заложено средство на 10-12 месяцев на руководителя, помощника, бухгалтера,
если они не загружены. Там может быть, если есть организационные моменты по подготовке этого мероприятия, определенный элемент участия, процент участия данного руководителя или там, помощника, или бухгалтера в проекте, но он должен соответствовать его участию. Рыночно все должно быть. Каждая услуга, которую вы прописываете, она имеет рыночную стоимость. Когда вы ставите средства софинансирования, все точно так же. Когда вы ставите софинансирование помещения для проведения семинара, вебинара, обучения, есть рыночная стоимость, которую легко найти в интернете, стоимости часа проведения этого мероприятия. Легко умножается на количество часов, и дальше уже стоит вопрос. Либо вы у нас просите деньги, либо это средство софинансирования. Предоставляют вам партнеры, пожалуйста, мы зачтем как софинансирование, но в разумных пределах. Сумма должна быть адекватна рыночным нормам и рыночным отношениям. То же самое касается транспорта. Задают вопрос, можно ли использовать свой транспорт? Конечно, можно. Это разрешено всеми нормативными законами, но аренда собственного транспорта не должна быть выше рыночной, среднерыночной. И зачастую мы иногда видим в проектах, и когда в разы превосходит рыночную стоимость аренды транспорта. Вот такого быть не должно. То же самое касается и оргтехники. Если специализированный нужен компьютер, я уже сказал, там, для программ, для слабовидящих, там, еще каких-то моментов, для производства фильмов, есть такое у нас по направлению поддержки культуры, проекта в области поддержки культуры. Такой компьютер может стоить и больше 100 тысяч. Но если у вас в проекте компьютер нужен только для того, чтобы писать бумаги, ну, не должен стоить больше 35 тысяч вместе с программным обеспечением. Точно так же покупают квадрокоптеры, если просто для подсъемки фильма и прочее, там, в пределах 30-35 тысяч это легко укладывается. Но если он задействован в поиске людей, когда он должен часами летать над лесом, там, не знаю, еще где-то, там стоят датчики инфракрасные, конечно, он стоит и 140 тысяч, но все опять обосновано. Есть медицинское специализированное оборудование, применяемое при реализации проектов, и не надо бояться его стоимости, если без него проект невозможен. Но это точно так же должно быть обосновано и прописано, почему закупается то или иное оборудование, почему производятся те или иные затраты. И самое главное, они должны быть обоснованы для достижения поставленной цели. Вот сейчас мы перейдем к разбору нашей заявки. В данном случае наш заявитель указал расходы на командировку в Москву для подготовки и документов и сдачи отчетности. Вот я говорил уже, что многие начинают заполнять заявку, даже не заглянув в положение о конкурсе, не заглянув в наши методические указания, не посмотрев презентацию. У нас вся работа с заявителем от момента подачи заявки, заключения договора и сдачи отчетности происходит в электронном виде. На всех презентациях это указано. Тем не менее, заявитель 15 тысяч ставит на две командировки в Москву, чтобы привозить нам отчетность. Я еще раз говорю и для заявителя, и для тех, кто нас смотрит. Ребята, не надо закладывать командировки к нам. Отчетность сдается в вашем личном кабинете с помощью онлайн-банкинга. Поэтому не ехать к нам и сдавать отчетность не надо по двум причинам. Мы ее не принимаем в письменном виде, в печатном виде. Мы принимаем ее только онлайн через ваш личный кабинет, заверенную вашей электронной подписью, которую вам выдадут в Сбербанке в случае вашего выигрыша. Точно так же подписывается и договор. Поэтому средства, которые вы закладываете в бюджет на данные цели, они абсолютно не обоснованы. Я это говорю для всех на примере данного заявителя. Поэтому вот таких командировочных мы не примем точно. Дальше стоят услуги банка 21 тысяча, и как раз опять стоит оплата комиссии банка за пользование счетом. Для всех я специально оставил этот момент, там не очень значительная сумма 21 тысяча рублей, тем не менее я его оставил именно потому, что это касается всех. Открытие счета в Сбербанке, онлайн-банкинг, выдача вам электронной подписи, зарплатный проект, все идет по тарифу 0 для победителей конкурса. Есть специальный такой тариф, где ваше открытие счета, онлайн-банкинг,
усиленная электронная подпись, зарплатный проект, все это по тарифу ноль. С вас будут взимать средства только за платежки, там 30, 60, 100 рублей за платежку, в зависимости от того, за что идет оплата, и 280 рублей за электронный документооборот, с помощью которого мы, кстати, и заключаем договор, и с помощью которого вы будете отчитываться. Вот все затраты, которые связаны с банком. Не надо вписывать те затраты, которые вы несли или несете с банками сейчас, даже если вы работаете со Сбербанком сейчас, тариф для нашего проекта совершенно другой. Не закладывайте, пожалуйста, это очень распространенная ошибка, когда вы закладываете из расчета 3,5, там 2,5, кто сколько, тысяч рублей в месяц. Я вам сказал, сколько это примерно есть. Можете умножить на количество платежек, которые вы примерно делаете в месяц, и добавить 280 рублей за электронный, 300 рублей там поставьте себе за электронный документооборот и умножьте на количество месяцев. Это все затраты на ваш банк. Вот следующий пункт очень важный. Это приобретение амуниции для волонтеров. Знаете, я сам на семинарах везде говорю, что волонтеры – это те люди, вот которым праздник сегодня, я поздравляю их с праздником, те, кто работает безвозмездно, отдают часть своего сердца, свое время для помощи другим. Конечно, их нужно поощрять. И мы всегда рады, когда им покупаются бейсболки, накидки, футболки, чтобы их можно было видеть и отличать. Пожалуйста, одна просьба. Смотрите рыночную цену стоимости ваших бейсболок, футболок, которые вы планируете. И не надо вписывать суммы, которые резко контрастируют с теми, которые есть на рынке. 3200 за бейсболку и жилет, ну, достаточно большая сумма, потому что все знают рыночную стоимость, далеко не 3200. Поэтому, когда ставится 160 тысяч на волонтеров, ну, должна быть цифра немножко обоснована. Мы всегда приветствуем, но цифра должна быть, еще раз говорю, обоснована. Второй момент, когда касаясь здесь количества волонтеров, посмотрев на бюджет, убрав количество 28 человек команды проекта, я в команду проекта вношу не только те, кто в штатном расписании получает средства, но и те, кто будет по гражданско-правовым договорам получать денежные средства за организацию мероприятий проекта. Вот всего записано там 300 человек в бюджете, 28 человек получают и 50 волонтеров. Остается 182 человека. Участников. На 182 человека участников 50 волонтеров, ну, ребят, никак не обосновано. Такое количество волонтеров не участвует даже на 1000 человек, не всегда участвует на 1000 человек. Когда у вас на 3 человек один волонтер по организации непосредственно участвует, если бы они были просто участниками, было бы понятно. Но когда у вас над каждых 3 человек представлен один волонтер, ну, это переизбыток уже. Мы не против, но если вы начинаете нести расходы на волонтеров, показывая такое количество, у нас возникает обоснованный вопрос, что они будут делать. Кстати, из этого проекта вообще непонятно, что там будут делать волонтеры, но тем не менее вот количество оплачиваемых волонтеров не очень хорошо здесь обосновано. Следующие позиции, видео и фото, мы оставляем без комментариев, потому что необходимо снимать мероприятия, необходимо снимать сюжеты, выкладывать их, рассказывать о мероприятиях, делать фотографии. Обоснованность расходов – это уже второй вопрос. Сколько это стоит? Ну, в принципе, мы не знаем объем, очень плохо он прописан. Я поэтому не могу сказать, обоснованы или не обоснованы эти суммы, поэтому на них останавливаться мы не будем. Мы посмотрим следующие слайды, которые касаются других мероприятий. Это у нас суммы, связанные с оплатой непосредственно за организацию мероприятий. Здесь у нас идут расходы на питание 300 человек,
300 тысяч из расчета 1000 рублей на одного человека для однодневного мероприятия, почему-то заложено трехразовое питание, хотя мероприятие будет проходить на свежем воздухе, где основное действие продлится 30-40 минут, реконструкция боя, чаще оно не бывает. Поэтому не очень понятно, там дальше стоит открытие мероприятия, еще стрельба, на стрельбу заложено тоже 530 тысяч, где прописано, что 250 участников смогут бесплатно пострелять. Как это соотносится к исторической памяти, я с трудом понимаю, и это с трудом понимают наши эксперты. Конечно, это привлекает молодежь, конечно, это интересно, но вот соразмерность затрат к результатам, 520 тысяч для стрельбы, которые платятся стрелковому клубу, вызывает вопрос. Более того, этот стрелковый клуб заявлен партнером данного мероприятия, но все расходы, которые относятся, мы отдельно будем разбирать собственные средства, заявлены два партнера, ООО «Елисеевы поля» и стрелковый клуб «Брянск», которые выступают партнерами и взяли на себя оказание помощи в реализации проекта. Ну, вот «Елисеевы поля» оказывают помощь тем, что покормят на 300 тысяч, там будут еще другие затраты, мы сейчас к ним перейдем. А спортивный клуб «Брянск» предоставит возможность пострелять на 530 тысяч, выделит инструкторов, которые за 45 тысяч инсценировку боя сделают, и... Дальше сейчас перейдем, посмотрим, какие еще затраты. Вот. Более серьезные затраты у нас связаны с пошивом формы. Планируются услуги по подготовке формы для бойцов Красной Армии, 14 человек бойцов и один офицер, которые планируют освобождать, ну, скажем, на данном мероприятии реконструкции боя, освобождать город Брянск, и будет противостоять им 15 фашистов в числе одного офицера и 15 солдат. На пошив формы для Красной Армии планируется 345 тысяч, на пошив фашистской формы планируется 555 тысяч. Вот я еще раз обращаю внимание, действие пройдет 30-40 минут, практически 900 тысяч будет затрачено на пошив формы. При необходимости проведения такой реконструкции, все понимают, она берется обычно в аренду, где-то 40 минут прошло, но потратить почти 1 000 000 рублей только на одну форму, ну, я не знаю, является это обоснованным и теми средствами, которые приведут к результату повышения знаний истории нашими участниками данного мероприятия. Касаясь данного затрат этого мероприятия, там есть еще дополнительные средства на аренду звукоусиливающей аппаратуры и аренду сцены. Мы отдельно посмотрим на эту сцену и на эту аппаратуру. Вот. Их тоже обязалось предоставить один из партнеров, но берет за это деньги. Есть еще клининговые услуги уборки после мероприятия 25 тысяч. И транспортные расходы 50 тысяч. Что я могу сказать? Вот если бы мы честно посмотрели, как мы хотим изучать историю, наверное, какие-то интерактивные мероприятия нужны. Но какой процент они должны занимать в проекте? 90% или 10% из затрат? Это очень большой вопрос. И вот именно в пятом критерии, реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, это должно найти отражение. Что конкретно и на какие цели вы хотите потратить? Насколько обоснованы эти затраты? Почему вы не арендуете то, что можно арендовать, а шьете, покупаете, создаете, хотя нет никакой необходимости? Это не является основной целью проекта. Я уже приводил пример, когда нужны инвалидные коляски для инвалидов, чтобы обучать их, как у нас есть такие проекты. Когда нужно оборудование для комнат с детьми, где аутистов, там, детей ДЦП лечат, и там дорогое оборудование, которое годами будет использовано, это обоснованно. Когда 1 000 000 рублей на пошивку фашистской там, и формы, и Красной Армии формы, которая на 40 минут нужна, ну не очень обоснованные затраты.